Девчонки, всем привет! Сегодня будет очень не только интересное, но и полезное видео. Это видео о моей новинке, вот таком вот пылесосе Торнадо Макс. Приобрела я его в магазине своего города. В инстаграм-канале, в истории я уже выкладывала, что я приобрела себе такой пылесос. И прежде чем записать видео, я обязательно, конечно же, его протестировала. Итак, для сравнения, рядом я поставила свой старый пылесос. Этому пылесосу будет у меня уже год. Он мне служил верой и правдой. И, в принципе, он по мощности такой же, как и этот. Единственное, что я могу сказать про данный пылесос, это то, что у него, во-первых, более лаконичный дизайн, то есть он очень красиво смотрится на столе. А во-вторых, я давно мечтала о вот такой вот подставке под маникюр. Кто, девчонки, пробовал уже такие подставочки, все говорят, что очень удобно, и я тоже начала искать себе такую. Но под размер моего пылесоса он у меня очень большой, очень широкий, ни одна подставка почему-то не подходила. Я очень расстроилась и потом подумала, что вообще неплохо бы, так как клиенты наши любят новинки, вообще неплохо бы как-то модернизировать свое рабочее место, внести какую-то новую изюминку. И решила приобрести вот такой вот пылесос. Тем более он идеально входит прямо в подставку. То есть можно его потом вынуть и вставить туда лампу. В принципе, всасываемость хорошая и у одного, и у другого. Но вот здесь мне почему-то показалось немножко, что лучше он забирает пыль, потому что вентилятор находится ближе к решетке, чем в данной модели. И пыли у меня на столе было намного меньше, чем вот от этого. Ну, точнее, не пыли, а вот этих маленьких крупинок от снятия гель-лака. И еще на что я обратила внимание, то что вот здесь и вот здесь у меня не было пыли совсем. Только немножечко по краям, и то, наверное, потому что клиентка в бок куда-то руку взяла. Пылесос я протестировала в течение 2 дней, то есть что могу посоветовать. Мешок нужно менять после каждых 4 приблизительно клиентов. В принципе, все тоже так же, как и здесь. Мешочки стираются. Сейчас покажу, какой мешочек. Вот такой черный мешок. Очень, кстати, хорошего качества. Он очень-очень плотный. Его можно стирать. У него плотная хорошая резинка, которая одевается сзади. Его можно вытряхать и стирать. Смотрите, как я делаю. То есть после 3 клиентов я его вытряхаю. И потом проходит еще 3 клиента, и я его стираю. В комплекте идет 2 мешка. Я взяла еще дополнительно 1 мешочек. То есть один мешок у меня сейчас вставлен здесь. И 2 мешочка у меня есть еще запасные. Так как в офисе я этим не занимаюсь, я отношу домой стирать. То есть чтобы у меня всегда был один мешок запасной на всякий случай. Потому что всякое на работе может случиться. Давайте теперь поподробнее рассмотрим подставку и пылесос. Что мне больше всего понравилось, так это то, что подставка идеально подходит под пылесос. И в нем прекрасно поместится любая, даже самая громоздкая уф-лампа. А вот здесь, в этом углу, мы видим логотип этого магазина. Магазин называется Yes Beauty, он находится в моем городе. И у них есть доставка по всем городам. Кстати, у этого пылесоса у меня есть год гарантии, то есть если вдруг с ним что-то случится, вам обязательно его починят, ну или вышлют другой. Гарантия у него 1 год, стоит он 3500, и мощность всасывания у него 65 ватт. У него средний уровень шума, тот пылесос был у меня немножко пошумнее, сейчас я включу его. В принципе, даже можно спокойно разговаривать, то есть все слышно. При работе не заметила никаких минусов, никаких нареканий, все сделано на совесть. Вот эти болтики очень стильные, почему-то мне понравились. И посмотрите, как идеально вставляется подставка. То есть после того, как я заканчиваю делать маникюр, я просто беру и вынимаю пылесос. И сюда я вставляю лампу. То есть клиент спокойно сидит, расслабленно, руки у него здесь, и он просто засовывает их туда под подставочку. Подставка очень приятная, я взяла себе беленькую из такой матовой кожи, она мягкая в меру. И
по высоте, кстати, могут изготовить любой высоты, то есть даже под ваш пылесос. Цена подставки всего лишь 1500 рублей. В Инстаграме я такие видела по 1700-1800. Но я выпросила в этом магазине для своих любимых подписчиков. Если вы являетесь обязательно моим подписчиком моего канала, то вы можете написать им промокод BestNail, и вам сделают скидку, и эта подставка выйдет вам всего лишь в 1300 рублей. Я считаю, это вообще халява, если не сказать проще. В общем-то, она очень-очень удобная, очень мне понравилась. И сейчас давайте посмотрим на пылесос. Итак, вот такая вот нехитрая конструкция. То есть я его облокотила вот таким вот образом. В таком положении я всегда одеваю мешок. Посмотрите, растягиваем резиночку. Здесь есть такая выемка. Растягиваем мешок. Натягиваем сначала на одну сторону. И постепенно натягиваем. Вот так вот за несколько секунд всего лишь я меняю мешки. Еще плюс, который я заметила, из-за того, что мешки очень плотные, видите, как они стоят? То есть из-за этого они вот так вот не сминаются там внутри, а как мы знаем, если мешок сминается, то всасываемость становится намного хуже. То есть он прямо лежит, я его заправляю обычно вот под эти вот штучки, вот такой вот он ровненький. В принципе, ничего сложного нет. Переворачиваю. Шнур можно сделать, чтобы был с любой стороны. Мне удобно вот так. Кнопка включения и выключения присутствует. Вообще ничего сложного, но в то же время очень красивый. И еще мне очень нравится, что он глянцевый. Что касается подставки, то подставка со всех сторон сделана вот такой вот аккуратненькой оплеточкой. Ничего нигде не торчит. Сделана она на совесть. Набита она плотненько, что она мягкая, но нигде не проседает. То есть везде одинаковая. Очень легко чистится, моется, любыми обрабатывается антисептиками. И также дальше идет в пользование. Вот, в принципе, и все о моих сегодняшних новинках, о моих покупках. А, еще, кстати, что забыла сказать. В этом же магазине приобрела вот такой вот большой пакетик шапочек. Буду тестировать. Как-то в одном комментарии моя клиентка написала, что вместо мешка можно использовать шапочки. Объясню сейчас, как это делается. Вы берете две шапки, вставляете их друг в друга, одеваете вот этой частью как мешок. Но обязательно нужно, так как нужно, чтобы вот эти резиночки плотно прилегали к низу, обязательно оборачивайте резиночкой для денег. И мешок готов. После каждого клиента вы эти шапочки берете и просто выкидываете. Очень удобно, если у вас нет времени на то, чтобы стирать мешки, или вы не хотите, например, брать дополнительные. То есть можно воспользоваться шапочками. Последнее, что хочу сказать о своих покупках, это то, что я осталась очень довольна. И если обычно я нахожу хотя бы один минус для себя, то тут я минусов не нашла совсем. Поэтому, девчонки, балуйте себя, безопасной вам работы. Помните, что ваши легкие больше всего страдают. То есть пылесосу нужно уделить очень большое внимание, чтобы вы не дышали ничем. Пользуйтесь обязательно мощными пылесосами, масками, защищайте себя. И это самое главное. Лучше потратиться один раз на хороший пылесос, чем покупать дешевый с AliExpress, от которого у вас будет по всему столу пыль. Ссылочку на магазин, где я приобретала, обязательно оставлю в описании под видео. Не забывайте сообщать промокод мой на скидочку. С вами была Таня BestNail. Всем пока!